В поселке Допора Алекминского района готовят к вводу в строй детский сад на полсотни мест. Продолжит Елена Фаст. Уже перед паводком планируют справить новоселье самые маленькие жители села Допорай. На стадии завершения отделочной работы в здании детского сада на 50 мест. Недели две, да, должны все уже сдать. Ну вот внутренняя отделка, там доделывать надо и линолеем постелить осталось, и плинтуса, ну мелочь. Демография у нас хорошая, улыбается глава. Хотели, чтобы побольше мест было, но рады и этому. Было много проблем по финансовому вопросу, но все-таки Министерство образования, так, Министерство финансов и правительство, и в том числе вот наш администрация Алекминского района постарались, чтобы наконец-то в 2014 году началось строительство детсада на 50 мест. Мы до паводков ожидаем вот. С каждым годом село растет. Сегодня это полноценный населенный пункт, где есть свое здание администрации, великолепная школа, больница. Теперь и детский сад. Поэтому ура хорошей демографии. Елена Фаст, Геннадий Лопатинский, НВК Саха, Алекминск.